Как разглядеть за нами след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. Но батареи были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшая действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И зал. И тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть. Как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, был воздух обжигающий, горячий. Былиный плач висел над полем боя, он был страшней разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, страшно мне! Ой, мамочка! Ой, мама! И снова батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко четыре черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал. Зеничицы стреляли и кричали, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова. Впервые, защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинищие ветки, торжественность венчального стола, неслышанная, ты моя навеки, несказанная, я тебя ждала. И губы мужа, и ладони мужа, смешное бормотание во сне, и то, что прокричать в родильном доме: «Ой, мамочка! Ой, мама! Страшно мне!» И ласточка, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м, конечно, к тем, кто сам пришел с войны.